Я сейчас всеми мыслями мы на игре с Одессой, против Одессы. И поэтому сегодня нужно было каждому игроку свои 20 минут сыграть и в то же время не переиграть. В принципе, я думаю, что задача приблизительно выполнена была в этом плане. Тем более, что мы не имели вот игровой такой подготовки, тренировочной, в предыдущие 3 дня по ряду причин. И эта игра как раз как нельзя лучше должна была вот такую игровую практику ребятам добавить. Одесса сыграла свой кубковый матч на 2 дня раньше, чем Фера. Будет ли это каким-то дополнительным преимуществом для команды Олега Юрьевича? Я не знаю. Есть календарь, он заранее опубликован. Есть условия, мы по ним играем. Вот надо выходить и играть. А кто будет иметь преимущество, тот, кто будет лучше готов. Я думаю, так.